Давайте сегодня приготовим вкусный постный салат. Для этого нам потребуется 3 отварных картофеля. Порезали квадратиком. Порезали почему квадратиком? Потому что она у нас свежая и новая. 2 соленых огурца. Всем привет! Салат очень простой. И если вы собрались соблюдать пост или хотите странить или еще, то можно использовать. Дальше баночка горошка. Жидкость сливаем. Теперь сюда же отправляем 3 отварных свеклы. Они у нас были маленькие, поэтому по количеству говорю вам 3 штуки. Это уже новый урожай у нас. Так, теперь сюда же мы добавим зелени. Зелень любая. Петрушка, укроп, как хотите. Так как у нас салат постный, и обычно в пост нельзя кушать сахар, поэтому мы добавляем сюда 1/2 чайной ложечки соли. Здесь 2 маленькие средние луковицы. И запариваем кипятком, наливаем до того момента, чтобы у нас лук скрылся. Вот, соль мы добавили. И сюда же добавим уксус, 1 чайную ложечку. Уксус у нас 70%. Можете использовать 9%, но тогда нужно будет 3 ложечки. Так, вот, чайную ложечку. Все, теперь наш лук мы оставляем мариноваться на 15 минут. Пока лук маринуется, добавляем перец черный. И добавляем по вкусу соли. Соли немножко. Почему? Потому что огурцы у нас соленые. Ждем, когда лук замаринуется. Наш полностью замариновался. Теперь мы его добавляем в наш салатик. Жидкость предварительно слили мы. Сюда же добавляем любое растительное масло. Можете подсолнечное, можете оливковое. Как вам удобно. Где-то 2,5 ложечки будет достаточно. Чуть-чуть перелила. Так, теперь тщательно перемешиваем и покажем. Смотрите, результат. Какой у нас красивый салат получился. Он, соответственно, получается без сахара. Соли тут-то немножко. И, соответственно, можно даже использовать, кто соблюдает пост, кто хочет постройнеть, кто хочет просто стройности. Самый идеальный вариант. Все, всем пока, мира и добра, будьте здоровы, берегите себя.